Изначально добавляем сразу соус барбекю, чуть-чуть. Приправа для мяса. После чего паприка копченая. И чуть-чуть сольки. Все это втираем. После того, как это все вымешали, добавляем чуть-чуть соевого соуса и грамм 200 черного темного пива. Миску накрыли крышкой и отправляем все в духовочку. Прошло 3 часа, и мы добавили температуру до 180 градусов. Еще будем запекать около часа, полтора, может два. Ну, час точно. Прошло еще 2 часа, и наше мясо готово. Берем 2 вилочки и разделываем мясо вот так. Рвем его. В этом соусе сразу. Обжарим 2 кусочка батона. Начинаем собирать наш сэндвич. Чуть-чуть соуса. Затем на вторую половинку ложим руколу, наше мясо, две дольки помидоров. Все это дело закрываем и прижимаем. Потом можно разрезать. Вот такое у нас получилось. Пробуем сэндвич. Это очень вкусно. Пробуйте, готовьте. До скорой встречи. Пока.